Из положения на четвереньках выйдите в собаку мордой вниз. Выдавливайте руками пол от себя, направляя крестец вверх. Далее поднимайте пятки на вдохе вверх, на выдохе опускайте ниже. Вернитесь на четвереньки и закиньте правое бедро на левое. На выдохе опускайте таз к пяткам, на вдохе возвращайтесь вперед. Сделайте 5-7 повторений. Затем задержитесь внизу тазом и опустите голову вниз, опуская весь позвоночник в сгибании, во флексию. И подышите здесь 5-10 дыханий. Далее перейдите в позу голубя. Направьте колено правой ноги правее. Если вам некомфортно в таком положении, подкладывайте ролик из полотенца под таз. Или сохраняйте таз на полу. Бедро левой ноги направлено передней поверхностью в пол. Если вам комфортно, поднимите руки вверх или удерживайте руки внизу. Задержитесь здесь на 5-7 дыханий и повторите для другой ноги.